Итак, заканчиваем перерыв и вперед дальше смотреть концовку. Серьезно, игра предлагает мне сохраниться? Нельзя было ранее, перед перерывом. Так, чувствую, нам еще долго. О боже, какой шок. Масака, кисамара готоки га кокомаде кыйсагару тоа. Подумать только, что вы окажетесь настолько чертовски упорными. Эй, профессор. Самое время отказаться от этого сетения никуда. Кто-то понимает, что он находится припёртым к стене. Как жалко. Вы даже не осознаете, что стоите на своих могилах. Что? Вайсман, ты что делаешь? Я намеревался предложить его грандмастеру в таком виде, но вынужден изменить свои планы. Пора вам понять, что означает противостоять мне. Ребята, вот теперь начинается настоящая битва. Что за? Он не... О, нет! Не сливайся с Ауреолом! Ты! Маньяк-еретик! Engage! Что за... Да ты просто издеваешься надо мной в этот момент. Это подавляющая сила. Я едва ли могу стоять. Это ощущение. Даже лучше, чем я себе представил. Ну, может, поэкспериментируем? Сила апофизы, непоколебимый разум, неукротимый интеллект, ведущий человечество в будущее. Он хочет, чтобы мы все стали такими? Что скажете, ребят? Или вряд ли. Так, ну что ж, вперед. К сожалению, мне не восстановили CP и так далее. Ну ладно. Нет, ХП мне восстановили, и ману, мне кажется, да-да. Потому что она была не полностью восстановлена. Так, начнем с... Карине. Икуде! Mm.
Ац! Кудо! Макасете! Ну, Виктор, мы же еще не знаем. Хотя, да, если бы он поумнел, то он прямо сейчас остановил бы бой. Ац! Кудо! Да, наверное... Стоило восстановить... А, не, не стоило. Восстановить Кевину CP и использовать... Его навык. Короче, скрипты, скрипты. Я думаю, что я удали. О, два. Я надеюсь, урок усвоен. Урок. Настоящей силы. Это безумие. Наши атаки вообще... Не попадает по нему. У него какой-то барьер. Но если он сводит на нет... Наши арты и наши лучшие техники... Учитесь, дети! Ауреол. Сокровище пространства. Одна из его очень-очень многих способностей создать абсолютный барьер. Несравнимый с простыми орбал-артами. Вы не можете даже прикоснуться ко мне. Снова злой глаз? Или глаз зла? Ах ты ж больной. Извращенный сукин. Вайсман, отпусти! Эти глаза великолепны. Может быть, ты никчемный энфорсер, но... Было бы расточительством просто убивать тебя. Я бы предпочел разместить еще одну стигму в глубинах твоего разума. Как и прежде, я дам тебе новую надежду, а затем вырву ее с корнями и оставлю тебя корчиться. Ничто не радует меня больше, чем видеть, как меняется выражение ваших лиц, когда вы погружаетесь в отчаяние после надежды. Я с нетерпением жду этого. Яры-яры. Ну и ну. Не могу поверить в это. Забудь о плохом вкусе. Единственное слово, которое подходит тебе на данный момент, это больной. А? Леви? Леви? Полагаю, мне следовало прикончить тебе. Однако, серьезно, Леви, что ты собираешься делать? Даже твой драгион, как его назвали в оригинале, не сможет разрушить барьер Ауреола.
Полагаю, что не сможет. Но у меня есть к тебе вопрос, Вайсман. Насколько ты был вовлечен в дело с Хамел? Подожди, что я... И в чем же меня обвиняют? Это была исключительно вина ястреба в империи, нет? Почему ты решил, что я буду как-то в этом вовлечен? Потому что ты змея. Ты появляешься перед людьми в минуту их слабости и нашептываешь им на ухо план, который приведет их к гибели. И при этом ты достигаешь своих целей, ни разу не запачкав живот. Это просто твой способ делать дела. Нет. Главари ястребов были не более чем политическими неудачниками, которым больше некуда было идти. Было несколько вопросов, на которых я сначала не мог ответить. Но если даже война 10 лет назад была частью твоего плана, и тут до меня дошло, все обрело смысл. Понятно. Ну, в основном все так, как ты и предположил. Что я? Конечно, на самом деле все, что я сделал, это просто познакомил их с бандой егерей, недоучек, которых я знал. И шепнул им на ухо имя Хамел. Одного этого было достаточно, чтобы мгновение ока подтолкнуть события к войне. Просто еще одно свидетельство греховной природы человечества. Человека просто. Как ты ж сукин сын. Миша, умерла только для того, чтобы ты мог доказать свою чертову точку зрения? Думаю, мне уже достаточно. Понятно. То есть, по сути, все, как я и думал. Ты воспринял это довольно хорошо. Лично я надеялся, что ты будешь немного более возмущенным. Ты забыл? Я уже давно научился сдерживать свой гнев. Однако... Ты вырубил меня ударом сзади. Это оскорбление, которое Блейд Лорд не может стерпеть. За это я расплачусь с тобой сполна. Что?
Бокона! Не может быть, абсурд! Барьер ауреола абсолютен. Он не может быть поврежден. Сука! Соно кен ва? Так, подожди, этот меч, конечно же. Су. Оре га меч ёри сазгатта кен. Да. Меч, подаренный мне, грандмастером. Кисама но цуэ то онажку. О. Сото но котовари де цукрарета макен да. Как и твой посох. Это демонический меч. Выкованный. С помощью законов расхождения, дивергенции. Хотя, стоп, подождите. Знаете, что странность? Вот я сейчас послушал пару раз. В оригинале он говорит кое-что другое. Как и твой посох, этот магический меч, не демонический. Хотя, ладно, можно при определенных условиях и так перевести, но все равно обычно это переводится как волшебный магический. Сделан с помощью истины извне. Или благодаря знаниям извне. Продолжаем. Как беспечно с моей стороны. Будь ты проклят. Отойди от меня. Прочь, насекомые. Просто если перейти с оригинала, я получаю еще одно подтверждение своей теории насчет того, что тут происходит. Слишком поздно. А нет. Леви. Для точности мне нужно еще текст посмотреть. Забудьте обо мне. Ваш путь чист. Сразите его. Леви. Ятте крета на. Ты смеешь ударить такого, как я? Ладно, важно. Абсолютный барьер — это лишь маленькая часть силы ауреолы. Я раскрою всю его силу. И дам вам насладиться отчаянием. Только попробуй, сукин сын. Ладно, ты, как Брейсер, как гражданин Либерла, гражданка все-таки. И больше всего, как человек, я уничтожу тебя. Вайсман. Мы победим тебя здесь и сейчас. Ну что ж. Ну, вообще-то, если такая ошибка в переводе, это довольно серьезное дело, учитывая лор вселенной. Вот именно. Это все может изменить. Ну, типа, как бы, да. Так, ну что ж, все сначала, да, бафаться. Ждем третьей стадии. О, блин, тут еще мелочь. Ну, будем надеяться, у него ваншотов нету.
Икса! Так, для Йоши сейчас будет халява. И раз для Йошуа сейчас будет халява, то мы сделаем следующее. Накормим Кевина. Кевин? Кевин. Ну, Салар, да. Мы тут рядом с финальным боссом. Я Йоша такой, ротик открой, Кевин, я себе сейчас кину сэндвич. Ах ты ж падла. Они еще хилятся. Ну, блин, чуть-чуть. Макасате. Так, надо эту мелочь как можно быстрее вынести. Кстати, а что у них по слабости? Короче, понятно, да, все как всегда. Бионик, точно, спасибо, что напомнил. Точно. У меня же этот порошок, сейчас можно его использовать хоть весь, это все-таки финал. Ац! Кудо! Еще одна халява. Икё. Боку ва нигенай. Оре но бан да на. Отлично, еще один остался. Мне интересно одно, босс будет призывать эту мелочь или нет повторно? Иксо!
А вот и эскрафт Агата, который мы смотрели. Ну, 6К. Нормально, сойдет. Так, я думаю, лучше похилиться. Так, перед этим мы используем порошок. Господи. Порошок Зерма, который восстанавливает КП полностью всем. Нет, просто полностью. Восстанавливает 100 CP и воскрешает. У меня их 24 штуки. Офигеть. Накопил, называется. Знаешь, Пиктом, я бы сейчас пошутил, но ладно. Куда бы он мог улететь на такой тяге? Вовремя похилился, да. Макасате! Блин, ну эта тварь все еще жива. Немериус, чуешь? Да блин, мы слишком далеко. Оп, фак. Урени макасра! И даже так не работает. Урено баньяна! Блин. Ну, Немериус, твоя жопа подвела тебя. Вот сейчас он готовится что-то сделать. Так, если что, все по плану. Иксо!
Икуё! Как назло. Ну ладно. Это была плохой идея. Слишком далеко. Ац, кудо. Буку но банда, не? Надо притащить Евина и Агата поближе. Окей. Так, мелочь готова. А, чё, всё? Так. Голос Вайсмана. Вы хотите сохранить прогресс? Конечно, я хочу. Так, ребят. Третья фаза. Кукомаде небару дома. Ваше упорство одновременно и впечатляет, и расстраивает. Расстраивает, потому что это все бессмысленно. Узрите. Нет, узрите же сейчас. Бесконечную силу Аури. Что это? Ауреол. Он... Ребят, вот он, финальный босс. Выглядит знакомо. Вам не кажется? Как будто тебя ударили по лицу сырой ересью. Чё туда? Меняйся сколько хочешь, иди сюда. Похоже, он действительно начинает сходить с ума. Давайте, ребят, завалим его и вернемся к Леве. Вперед! Ну, за халяву, конечно, спасибо.
На концентрат, их еще не изобрели. Или изобрели. В любом случае, как бы, у нас его нет. Нет, он есть, есть, изобрели, изобрели. Вроде. О, ребят, вот это точно финальный босс. Видите левел? Альфа, Омега.俺の番だな。 Гату надо бы управление снять. Соре! Буки на банда, не? О, похилился. О. А посмотрите на элементы. 0-0-0-200. Блин, как назло. Оре ни макасе на! Не, ну как назло, ни у кого нету нужного элемента. Как-то я на такое не рассчитывал. Подстава. Довольно жесткая подстава. Так, слушайте. О, для Йошуа сейчас будет халява. Отлично. Тогда тут мы используем эти бутылки, все равно их у нас вы забили. Савар, ну да, было бы неплохо сейчас взять и сбегать на базу за Шерой. Алекс, да, у Кевина есть, только у Кевина. Ну да, это я решил небольшой челлендж себе устроить, так как боссы тут слишком изичные. Да-да, Астер прав. Как бы, мы так все и задумывали, да. А что, кто-то сомневался? Так, лучше использовать бутылку, я думаю.
Так, так, так. Падла, бафай себе защиту. Пойдет. Сатето. Жаль, что Эстель не кастует раньше силу. Больше дамага было бы. Бока на банда, не? Бока, не я. Хора, икде. Ну, ребят, у него еще дофига всего. Блин, писец резиста, вы посмотрите на это. О, слушайте, а он меняет элемент. О, как. А, так вот оно в чем дело. Ну, я так и думал, что он будет менять элемент, но я думал, это будет как-то более... Ну, там, не знаю, снесем 20% хп, он сменит элемент. Еще 20% опять, а он постоянно его меняет. Ну, слушайте, так даже лучше. Для меня. Так. Иксо! Ац! Кудо! Хора! Икде! Надо мелочь завалить, поэтому используем что-нибудь веселое. Ну, это. Бока на банда, не? Так, что у него по элементу? Да, все то же самое. Ну, как назло, и этого нету у меня. Ац! Кудо! А вот теперь есть. Ац! Кудо! Бока на банда, не? Понятно, он... А, окей. Хора, икде. Что по элементу? Это также. Сатето. Ац. Кудо. Оре но бан я на.
アーツ行くよ。俺の番だな。Смотрите, все вернулось, так сказать, на круги свои. Тогда, скорее всего, тут физически будет эффективнее. Наверное. Так, опять поменял, скорее всего. Так, Бионик, без спойлеров, пожалуйста. Давай сейчас дойдем и все увидит человек сам. Главное, что ничего не поменял, ну ладно. Но чую, надо бы, наверное, щиты поставить. Ац. Икё. Кудо. А, он забафал себя на 5 ходов. А, блеск. Буки но банда, да? Да. Ну ничего, ща мы его на землю спустим. Орено баня, на? Это что такое сейчас было, бедный Йоши? Ац. Кудо. Икса! Блин, не работает это. Чай. Это уже в последующих частях будет работать. Ац! Кудо! Макасете! Приятного аппетита, пламенный. Делись. Ребят, упс. Сатэ-то.
Что-то пошло не по плану. Ац. Кудо. Оре но банда на. Так, надо бы поближе подойти все-таки. Оре ни макасе на. Оре но банда на. Эй, мою CP! Ах ты ж ублюдок! Тварь! Меня обокрали! Воры! Вы думали, у меня нет цепи? Ну, тут-то было. Да, G-Flame, надо пересмотреть. Эй! Какой 9999 кило? Хотя, ладно, бонус точно. Он как раз... 10%. Так и должно быть. Ладно, тебе повезло. Слушайте, ну наконец-то интересный босс. Ура. Нали босс не разочаровывает. Кисеки пока что. Ац, кудо. Макасе. Я блин. Разбросила. Ац, кудо. Кевин, подойди поближе. Макасете. Так, стоп, разве я не снял это говно с него? Да. Вдвоем слабо. Икю. Ац. Кудо. Так, где мои бутылки? Йошуа, тебе бутылка нужна. Есть, успел. Макасете! Мо, боку ва нигенай! Икусо! Сатето.
Ой, блин, его уменьшили, фак. И, по-моему, эта фигня никак не снимается. Это ненормальное состояние. Ну, это да, ненормальное состояние, но не факт, что это снимается. Нет, не снимается. Ну, может, этим. Ладно, потом. Снимается, не помнишь чем. Ну, вот я тоже. Икё! Ац! Икса! Ац! Кудо! Сатето! Ну, типа, неважно, оно все равно сейчас само снимется. Макасете! Соле! Да, блин. Не успел, чуть-чуть. Кевина сплющили. Блин, до Кевина не успею дойти. Хотя ладно, нет, успеем, там все-таки бьет обычный враг, так что не проблема. Бокуно банда, не? Хорош. Оре но баня, на? Так, сорян, отвлекли. Сюда. Сатето. Ац. Икса. Больше скорости. Кудо. У всех. Икё. Ну, он типа пытался что-то сделать, но все безуспешно. Икё! Мина! Икё! Окей!
任せとき。これでしまいや。Хорош. Сейчас будет, конечно, весело, если он что-нибудь сделает и полностью восстановит себе ХП. Икю. Как минимум, мне это точно не понравится. Матвей, даже так весело. Блин, я не хочу терять халяву, но игра меня заставляет. Хорош мы его. Икю. Опять эта хрень. Оре но баня, на? На эту хрень прямо смотришь и такой. Лучше на этом не наступать. Пол ломает. Что бы оно ни делало, оно точно ничего хорошего не делает. Так, Агата оно не трогает, так что все норм. Ну, Салар, увы, это в другой игре, ты ошибся с замком. Так, Йоши не трогаем. Ну все, ребят. Икю! Да. Е, почти готово. Ну все. Вот теперь точно все. Мы прошли игру